Начало 2021 года стало настоящим звездопадом для российских артистов. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. С начала этого года мы потеряли множество певцов, музыкантов, артистов, составлявших золотой фонд российского искусства. По непонятным причинам обстоятельства многих смертей не раскрываются, а по телевидению эта печальная череда ухода представителей искусства никаким образом не освещается. О таких событиях люди в основном узнают из интернета с опозданием. Стало известно, что ушла замечательная актриса. Многие известные актеры выразили слова соболезнования и скорби. Если вы хотите почтить память актрисы, поставьте лайк и напишите слова соболезнования в комментариях. Ей было бы приятно знать, что ее помнят и любят. Впервые актриса вышла на экраны благодаря ролям в фильмах «Люди на болоте» и «Дыхание грозы». Она также известна зрителям по работам в картинах «Новая земля», «Тревоги первых птиц», «Знак беды», «Красный остров». Кроме того, актриса снялась в фильмах «Белые одежды» в августе 44-го, «Буду лай, которого не ждут». Советская и белорусская актриса театра и кино Валентина Петрачкова скончалась в возрасте 82 лет.